Вы говорите о том, что сейчас кто-то придет с колорадской лентой, его за это будут бить? Да. Потому что вы, как представитель партии регионов, на сегодняшний день фактически повторяете Иудин грех. Вы предаете свою страну, которой вы обязаны служить. Вы должны не просто служить, вы же не просто какой-то человек со стороны. Вы же западыня, правильно, сами еще? К тому же, вы же знаете историю. Зачем вы передергиваете? Партия регионов с коммунистами на сегодняшний день довела страну до кошмара. Россия начала раскалывать, отхватила кусок Украины, Крым. Вы согласны, что Крым все еще украинский? Я всегда это говорю. Отлично. Продолжаем. На сегодняшний день вот эта лента используется для раскола Украины. На сегодняшний день эту ленту одевают те, кто сжигают наши флаги. Те, кто пытают шахтеров. Те, кто убивают наших солдат. Те, кто кричат, что посмотрите, это же майданутые. Зато, я смотрю, господин Добкин цвета флага не одел. Странно, да? А это человек от вашей партии, который должен объединить страну. Знаете, что он может объединить в себе? Только глупость партии регионов.